бегала хорошо, 53-40, это мой личный рекорд, выше норматива мастера спорта. Прибавила, вот именно финишный бег получился достаточно быстрый. Я выполнила норматив на чемпионат России, который будет проходить в Екатеринбурге в августе. На этих стартах на 400 у меня получилось выполнить норматив на Россию. Я выбежала из 58 секунд. Это больше, чем первый разряд. Не хватило чуть-чуть до КМС мне. Вот, секунды буквально. Что получилось по дистанции? Ну, наверное, я вот первую 200 начала более быстрее, чем раньше. И, ну, набегала также тоже более быстрее, более уже на тренировании, можно так сказать. Впереди Дети Азии, я буду готовиться, улучшать свои результаты. С каждым стартом становится все лучше и лучше.